70 населенных пунктов Североказахстанской области из-за непогоды оказались отрезаны от внешнего мира. По сведениям ДЧС, дороги к этим селам буквально запечатало снегом. Наиболее сложная обстановка сложилась в районах Габита-Мусрепова, Шалакына, Айртауском и Тимирязевском. Сейчас принимаются меры по расчистке автотрасс. В усиленном режиме работают дорожные службы, спасатели и полицейские. За выходные в регионе заложниками бурана стали около 150 человек. 60 из них эвакуировали в пункты обогрева. Среди них есть дети. Эти люди, пункты обогрева, находятся по-разному. Есть, которые находятся уже более 2 суток. Им придется ожидать до полного открытия автомобильных дорог, чтобы для сохранения жизни и здоровья людей. В 4 районах области видимость была нулевая. Даже наши спасатели, когда выезжали, промежуток 20 километров, они проезжали 3-4 часа. Буквально перед машиной на метр, и дальше ничего не видно.